Всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Паратин, и сегодня у нас очень интересный день, потому что я решил, во-первых, сегодня нужно нам нужно, давайте просто делать то, что нам нужно. Мы будем покупать броньку, как вы, наверное, поняли, но также мы будем рефайнить и другими вещами заниматься. Ой, блин, кусочки Мадары. Были кусочки какаши, теперь кусочки Мадары. Ну когда же мне кушину дадут? Кстати, может быть, мы сегодня дополнительно заролим эту рулетку. Она одна из лучших, в принципе. Жаль, конечно, что здесь сил скроллов больше не дают. Но с другой стороны, другие вещи дают. Значит, вот, собственно, бронька, которую мы будем покупать. Она дает 300 инициативы и 300 защиты. А как бы инициатива... 300 инициативы, вы понимаете? Люди отныне делятся на тех, у кого она есть и у кого ее нету. К сожалению, она 8000 стоит, но... На этой неделе у нас, короче, это... Фукуруку Марус Дилс, поэтому, собственно... Если не сейчас, то когда? Больше... Данную броньку с Фукуруку Марус Дилсом я не уверен, что можно будет брать. Кроме того, вот Refine Rebate. То есть на 200, смотрите, сколько мы всего получим. И плюс еще и у нас тут еще один ивент. Вот Refinement и вот. То есть 200 здесь за ролем. И то есть отсюда и оттуда получим бонусы. Поэтому наша задача 200 рефайнов потратить. Да. Так, ну здесь это полная фигня. Так, 200. Ну давайте, короче. Значит, должно 100... 292, ага. Интересно, прокнет или нет. Я даже не знаю. Может быть, лучше, чтобы оно прокнуло. А здесь уже какие рефайны требуются? Эпик рефайны. А этих у меня, смотрите, сколько у нас адвансед рефайнов. 500 штук. Так, 170, 292, 50. Кстати, я вот использую же сейчас мою Тентен новую, которая плюс 20% критам дает. И, в общем-то, это очень эффективно. То есть, у многих противников теперь мой Наруто Ашура, короче, со своей главной обилки критует по ним. И, в общем-то, бешеные просто уроны наносит. Удается выносить даже чуваков с большей мощью, чем у меня. Так что, то, что, типа, крит у Тентен, он действительно, ну, ощутимые бонусы дает. Не знаю, что лучше, инициатива или крит, но все же именно для моей команды лучше крит. То есть инициатива важна тем, кто, типа, именно вот его команда полностью на инициативе построена. Не успеешь скастовать обилку и все, будет хана тебе. Только там как бы эффективнее Мината. Так, 80-92. 7, 8, 9, 10,
11, 12. Вот, все, 200. Приятненько. А что это такое? Миябоку всякие штуки. И так как это 7-й день, вот, экспериментов всякие штуки. Мината, которого нам и так бесплатно дают. Конан Тайшо, не помню, есть она у меня или нет. Но мне больше нужна моща всякая. Ну, пока что я вижу смысл только в этом. Ключики. Чармпаки тоже, конечно, но чармпаки они не бесконечны. За 5. Слушайте, 2. Это 20 купонов, а чармпак стоит 100 купонов. Но при этом... То есть чармпаки выгоднее. Давайте чармпаков по максимуму. Так, 18, 13, 8. И если мы еще один возьмем... то у нас будет нечетное число, и тогда мы не сможем ключика взять по полной. Поэтому давайте теперь ключики. Вот небольшую выгоду получили. Так, а вот это что у нас? О, кстати, у нас же шмагатамы. Тут совсем забыла о них. Так. И здесь вот так. Замечательно. Новые две радужные макатамы. Плюс 60, плюс 60. Лучше, чем ничего. Значит, теперь... Нам тут постоянно, каждый день дают всякие паки, если проходишь ивенты. Надо ими тоже пользоваться. Вот еще 2 генгетсу. Сколько можно этого генгетсу? Я его уже скоро проскилброчу всего. Вот, с Миябоку всякая фиговина. Advanced Skill Trail. А, тоже дают и эти паки. Прикольно. А, это, наверное, в этом дают, короче. В... Короче, там, где 20 купонов дают. Лампочки, ивент. Ивент с лампочками, короче. О! Еще какие-то фрагменты. Кстати, нам Гурен дали, я ее прокачал. А, вот здесь вот точно, чуть не забыл. Мы-то типа не до конца тут всякое выполнили. И у меня здесь где-то 90 паков надо доделать. Вот, еще Гурен, еще Рефайны. Побольше бы купонов давали. Что-то с купонами не так хорошо. С купонами не так хорошо, как хотелось бы. Где купоны? А, ну какие-то купоны дают, кстати. Во, вот это я понимаю купоны. Вот это я понимаю купоны. У меня, кстати, Гурен 4-звездная.
и свиточки, и все, короче, приятно. Кто-то спрашивал, где я купоны добываю. Да вот отсюда. Свиточки, купончики, всякая фигня. Ну ладно, давайте броньку купим, а потом продолжим. Значит, насчет броньки. Насчет броньки. Сакура's Gift. Вот здесь вот она. Мы уже два фрагмента взяли. И, в общем-то, она около 8000 в худшем случае стоит. Но вы ж понимаете. 8000 это, конечно, плохо. Я мог бы подождать еще там пару фрагментов получить на халяву. Однако, мне нужно выкладывать видео будет. Поэтому я уж возьму вот эти вот руны какие-нибудь, например. Или фрагменты и бусы потом возьму. Кстати, если кто-то купит Ибики или Мадару, то я не против обозреть. Я был бы рад обозреть его. Их двоих. Этот вообще новый совершенно чувак. Immunity to the buffs. Что за tortured статус? Что это значит? Пытки какие-то, жесть. Какие-то пытки, в общем. Значит, ну что ж, давайте беситься. Фуцаки, саки всякие. Сотни, это сколько? 2000, значит 250 давайте. Вот, 5000. Просто так 5000 потратили, видите? Это очень-очень-очень неприятно, конечно. Ну, щито поделяешь. Так, ух, зато. Вообще, все донатеры ее уже купили. То есть, именно вот сейчас, вчера купили донатеры эту броньку. Ну, я-то не донатер, поэтому я еще не успел. Может даже хватить, наверное. Не, не хватит. Как и было предсказано. Ну мы тогда 8000 по-любому будем тратить. Значит, 16 фрагментов. Так, нет, не 100, а 50, допустим. Итак. А, конечно, конечно. Пожалуйста, пусть повезет. Ну, здесь, естественно, все усереднено. Проблема в том, что здесь псевдо-случайность. Якобы случайно, а на самом деле нифига не случайно. Ну, в каком-то смысле это и хорошо, что ты не можешь полностью проиграть. Но зато это и плохо, что ты не можешь выиграть. Поэтому это якобы рулетка, но относительно честная рулетка. Поэтому все же китайцы не такие уж и плохие. В этом плане. Да ну серьезно, у меня что, 9000 она будет стоить? Вы серьезно? Так.
Еще 50. Еще минус 1000 купонов. Ну, это хотя бы стоящая вещь для покупки. Буду в этой броньке довольно долго ходить теперь. Но опять же, жаль, конечно, что там именно инициатива. О, уже 5000 здесь. Уже здесь 5000. Серьезно, все равно. Значит, двадцаточку давайте. Или я не знаю. Двадцаточку же ж. Или десяточку. Или нет. Пятерочку давайте попробуем. Это мне поможет быстрее остальных, типа, запускать свои абилки. Потому что я заметил, что моего Наруто начали прерывать всякие донатеры. Так, серьезно, один. Один, понимаете? Один. Она дороже 100 купонов стоит за штуку. Ну что ж тогда, 15 давайте. Все-таки двадцаточку нужно было. И тут уже будет жестко. Эй! Вы издеваетесь? 10 из 24. Еще получается 3 нужно. Try it on. Это, короче, можно посмотреть, как ты будешь выглядеть в броне. Только, блин, это... Нафиг она кому-то нужна, чтобы выглядеть? Она нужна не чтобы выглядеть, а чтобы быть мощным. Косметику, пожалуйста, конечно. Косметика была бы офигенно, вот как в Overwatch. В бесплатной, это фри-ту-плей на игре. Но здесь же ж не просто косметика. Здесь обман, чтобы набрать классы. Да ну сколько можно? Не продешевим. Никак не продешевим. Да ну, что за бред? Почему? Хотя норм сойдет. И, наконец-то, наша бронька. Да-да. Сколько будет мощи добавлять? 2000. Да, 1800 примерно. При этом не забудьте. 300. 300. Инициативы. Смотрим. Инициатива плюс 1100. Вот прикиньте, без броник, что было бы. Минус 1100 инициативы. Так. Вот. Defense 300, Initiative 300. В общем, бедные Тайдзюцу дамагеры. Теперь они нас вообще не будут пробивать.
Тем более, что резистенс и так, за счет того, что гамарики снижает именно сопротивление, и за счет того, что ниндзюцу дамаг гораздо больше, чем тайдзюцу, это, в общем-то, очень большие проблемы создает. Значит, теперь Фукурукумару с Дьюс. Мышь, короче, не зря все это делали. Значит, смотрите, мы все-таки 7580 потратили. Фрагменты Кабута, ну, это так себе, это мне не нужно. И вот эти вот остальные купоны, которые мы должны были, по идее, потратить, мы потратим в Great Blades. Да. Покупаем ключики, давайте. Значит, сколько там? 580, значит, 40, наверное, ключиков. Заодно получим в конце недели вот этот вот ниндзя ассист культивейшн пак. И, может быть, Кушину соберем. Мне бы хотелось Кушину собрать. Уже наконец-то. Буду говорить, что вот, я бесплатно Кушину получил на английской версии. А у вас такое бывает? Да чё ж Кушина не падает? Она тут какая-то супер рар, что ли. Эпик рефайн руны. Эпик рефайн руны. Эпик рефайн руны, 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 руны. Полный бред. Много эпик рефайн рун. Спасибо, конечно. Да, какой-то этот трап, короче. Точно, ГГ огня. Какой-то действительно трап. Значит, 7980. То есть еще 20. Это два ключика. Ну чё ж поделаешь. Да. И теперь мы можем взять еще и эти бонусы. Что, несомненно, окупает то, что мы потратили. Ровно. Ровно. Если ты фри-ту-плейщик, то тебе нужно пользоваться ивентами только так. Никак иначе. Так. О, можно выбрать. Ну, давайте ниндзюцу. Ниндзюцу у нас сейчас везде. Круто, что выбирать можно. Все-таки Магатамы, они по-разному стоят. Но, блин, кто будет брать защитные какие-нибудь Магатамы? Я не понимаю, кто их будет брать. Ну, в общем, остальное потом. Вот так вот, блин, за 8000, конечно, мы не так много мощи получили. Но в будущем там мы получим еще. То есть мы рефайн руны получили, там еще что-то. Плюс бронька, это раз и навсегда. Это такая довольно полезная штука. Вот, например, здесь еще можем поставить. Так, и еще, конечно же, здесь. Эй! 128 уже стоит, жесть. Резистенс и инициатив. Круто. Еще немножко. 234. Где что мы еще можем ухватить, так скажем? Ну, в общем-то, да, похоже, все.
Ну, бронька типа красивая, да. Какая-то старинно-японский стиль. Очередной. Там был еще Хана Стайл тоже в похожем стиле. И здесь тоже похожий стиль. Азиатам, я думаю, понравится. Зонтик такой. Чук-чук-чук-чук. Чук-чук-чук-чук. Блин, в халате в грёбаном. И после этого вы говорите, что ГГ огня парень. Ну, конечно, парень. Парень в юбке, конечно. Ну, не знаю. Мне как бы впадал, короче, менять на ГГ воздуха, например, своего перса, поэтому... Пусть походит в халате. Ну и, в принципе, да, какая разница? Парень, не парень. В конце концов, это всего лишь набор пикселей. Да, тут нужно еще попроходить. Тут нужно еще заказать. Тут мы все сделали. Вот это мне интересно. Может быть, нам хватит что-то повысить? Что-то повысить. Treasure Tools вот здесь вот, по-моему. Так. XP. Где-то тут было много очень XP. Вот, 128 из 150. Во. Все же получили. Апгрейд. А, и кстати, левел ап. Вот, кто-то говорил, зачем мне, короче, откуда у меня монеты и зачем они мне. Вот монеты мне для того, чтобы вот так вот делать. Кстати, нужно пойти там это. Ну ладно, это уже вне видео. Пойду, короче, в шахте поковыряюсь, потому что не хватает. Я вообще не люблю шахту. Тунс, 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 тунс. В своем этом. По садику по своему гуляет зонтиком. Нафига вообще с этими зонтиками ходить? У них там что, дождь постоянно? Вот придурки. Грёбаные эстеты. Так. И всё. Во. Вернулись. В общем-то, такие вот дела. Ну, сейчас как-то мы не видим, чтобы все в этой штуке ходили. Но поверьте, они, короче... Таких бронек появилось у нас на серваке штук 10, наверное, новых. Именно вчера. Или нет, позавчера уже. Потому что вчера ж пятница была. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.